Я не вижу. Ну-ка, кинь ко мне инвайт. Пригласи меня. Сейчас, Я секунду. почему-то тебя не вижу. Бля, у меня комп что-то разгоняется, куда ты хуй поймешь. Игра такая. Steam, список друзей для вашей платформы пуст нахуй. Почему? Я У тебя тоже не тебя вижу нахуй. У тебя в Steam PUBG? Ну да. А где она еще может быть? В Mail.ru, блядь. Ага. Яндекс нахуй. Не, это серьезно, Mail.ru. Так, вот это я не тебе кидаю вас сейчас. А, тут даже есть волшебная кнопочка. Какая? Перезапустить лобби. А я ни с кем не играл до этого. Бля, все равно не вижу. Ну ты ёбан. А какой у тебя ник? PUBG. Так, PUBG сейчас скажу. Баб. Тут Steel Heart. Как маленькими, да? Все маленькими, только за место и единичка. Steel, и за место А четверка. Ну, через слэш или как? Нет, просто Steel. Ну и вместе, да, хард. Все вместе хард, да. Бля, его можно поменять никнейм здесь? Нет, вроде бы. Нет, нихуя, прикинь. Ой, нашел. Что это? Кинул инвайт. Я вижу. Ну так принимаем. Бля, сейчас я беспонтовую шляпу сниму, подожди-ка. Пиздец, ты чё, блядь? Я не знаю, что за, блядь. В окопе лежать собрался? Я хуй его знает. Сейчас еще вот это сниму, подожди. Блядь, опять, сука, зарезали, суки. Во. Во. Все, полетели. Сейчас. Две соски. Блин, а у меня торс. А, у тебя торс должен быть такой, это, блядь. Если да, ты их давно играл, то... Я сейчас оденусь, как раньше все одевались. Сейчас. Как я вот одевался? Сейчас все так одеваются. Нет, вот так вот раньше все одевались. О, откуда у меня калаш в руке? Не знаю. Сейчас все белые... А как можно поменять оружие в руке? Чё, нельзя участвовать в ранговых матчах? Чтобы принять в ранговых матчах, играйте в обычный достигнут 80 уровня, а у меня какой уровень? Я пизда вам, всё подъебали. Все, вот так вот раньше все одевались. А на который ранг его поставил? Что? Я не ставил ничего, подожди. А, сейчас. А, это не надо. Ты же хост. Че, ФПП или ТПП? В смысле? Давай, ну, от третьего. Перс... От третьего. Давай дуо. От третьего дуо. Тут даже нельзя сейчас карту выбирать. Подожди. Ну да, я в курсе, кстати. Сейчас я кросса одену. Дома кросса одеваешь? Да, то ты вообще не кросса, хуй поймешь, что, блядь. У меня кроссовок нету. Это под крадули. А вот это что такое? О, пойдет. Под крадули, точно. Блядь, не пиздец, не у тебя скинов. Ёб твою мать. У меня еще голова. Ты третью голову мою не видел, нахуй. Ну-ка. Сейчас. Сейчас это тоже. В принципе, сделаю. В Дискорде смотрю. В Дискорде? Да. А, нихуя. Бля, прикольно. А чё ты её не одеваешь? Ну, блядь, надо третью голову подобрать. А, третью голову. Третий шлем, блядь, третью голову. У вас тут, блядь, PUBG-ковский сленг, короче. Ну да. Да я тебе говорю, блядь. Вторая голова лежит, да, тут? И метка, да? Я понял тебя, короче. Нет, ну метки я не ставлю, это же школьники метки. Не, я метки тоже не ставлю. Когда я играл метки. Вот здесь вот шлем возьми, меточка есть нахуй. Ёпадный рот. Я даже на телефоне не играл, это зовут ебан. Бля, мне надо музыку убрать с этого. Нажми, готов, ебать! А, подожди, ты меня ждешь, что ли, ёб твой? Да, я думаю, что это хуйня, нахуй. А, я тоже думаю, что ты не запускаешь?
Бля, пиздец, ты оделся как шлюха. На вот этой карте играл? Да. Сейчас я приду. А нахуй ты в Дискорд зашел? Ко мне. А? Нахуй ты в Дискорд зашел? А я ебучий в Дискорд зашел. Дай курилку. Где мой зарядник? Вы что, пидорасы, охуели? Блять, сука, не могу нахуй, чё? Это нахуй сложно, блядь. Сразу нахуй убивают. Да ебать, заебали вы нас. Слава. Да. Это тут? О, не ходят, да. Люди танцуют. А, точно. Ебать, это вообще такая игра тормознутая. Я сейчас 100 лет не играл, вообще не играл. Ты знаешь метки? Блять, я хуй знает, я бы по... Ну чё, где мясо, ну, обычное? Давай. Power Grid, потом Пикадо, обычно мясо же. Давай, ну, туда. Да. Давай Пикадо. На этот, ну, на арену нахуй, это ебучее. На ангар, да. Ну то есть ты карту знаешь, да? Ну, приблизительно. Я хули давно не играл уже. Она тут еще 500 раз поменялась после всего этого. Я вот эту только новую систему парашютирования не могу привыкнуть. В смысле? Разобраться. Ну раньше, в начале PUBG система парашютирования другая была. А, имеешь в виду, когда раскрывается парашют? Да. Когда я раскрывается, вообще... да, хуй поймешь. Раньше просто прыгаешь за 700 метров, долетаешь что-то, ну, 100-150 метров от метки, раскрываешь парашют и четко приземляешься. Бля, давай поближе, Слав. Мы, по-моему, вот в это первое здание первыми попадем. Слышишь? Ну, ну вот. Давай. Ну, я понял, бомжатый, где-то ебаный. А, нихуя. Короче, удачи, сейчас я вон, человек перед тобой. Блять, ебаный промазал нас. А, это ты залетел сюда, что я думал, уже разъебывать тебя бежать? А, ну здесь типок, видать, на апельсины побежал. А, там ты его сейчас хуй поймаешь, на. Апельсины есть еще, это вот эти. Желтые здания. Угу. Да, вот апельсины. Или вот в этом. Не помню. А, в смысле, ты уже выскакивал? Выскакиваешь, что? Ну-ка давай вот здесь попробуем шлепнуть. Ну вот здесь я вроде. На втором этаже. У тебя? Да. Да, на втором этаже. Да ну нахуй, сука, как так нахуй? Можно разменяться. И тогда ты заряжен, нормально? Ну, так себе. У меня брони нету. Дай пробуем разменяться. Ага, разменялись нахуй 500 раз. Ебать, папич ебаный. Я не папич, я ямыч. Да не ты, он. А? Ты за коробки ебаный. Да ебать, я еще третьего лица играем. Вообще так вот нет, чтобы прочекать, ебать, нахуй. Да не, похуй. А ты ничего не чекал, что ли? Нет. Нихуя ты. Я по звуку услышал, и мне показалось, как будто он там в дальней комнате. Бля, ну реально говно. Вообще пиздец, он еще какую-то сотую дает. Ты хоть урон 96 дал, блядь, по нему почти убил, блядь. А, ты что, посмотрел, что ли? Ну да. Че, играем? Да. Тут надо сразу стартовать, или курить надо? Зачем? Блядь. Я не курю. Я курить хочу. Ты только что курил. Когда, блядь, я в туалет ходил ссать? Нихуя, ты видел, как он меня чпнул?
Я еще не загрузился. Ты где? Ебать, космонавт стоит, смотри. О, не хватит. Давай, танцуй, танцуй, я тоже потанцую. Как нажать, чтоб я тоже... Ну, это у меня не парный вроде. Вот этот парный. Во, во, погнали. Приколы. Что вы ебите, пиздец? Это чё, Санёк, что ли? А, ой, это, ну, бля, я вот давно не... Давай на лоджию, ебать, зарубок. А, вот эту карту... Локация вообще бешеная. Да? Вообще ебать. Я-то эту карту хуй знает. Я, короче, вот эту я не знаю, нахуй. Короче, вот этот дом большой, у него ещё под землёй, короче, бункер, нахуй, и ты можешь по нему пройти где-то за метров 300 выйти, блядь. Нихуя. А нахуй выходить надо там всех ебашить? Ну я и говорю то, что там лута нормальная и лока такая большая. Чё, падаем? Да еще рано, да? Так уже, блядь, возле него почти. А, ну, ты прям над ним хочешь? Нет. Вот эта машина тут полицейская вообще нормальная, нет? А, подожди. Да-да, на ней гонять можно, да? Да-да, но она такая нормальная. Заебись, брат. Еще можно этот сигналку включать. Да-да, я играл, играл. Черная такая. Да-да-да. Если ты что-то нахуя будет. Ну, один спад, по крайней мере. Подожди, а... Давай вот на твою метку, прям, на ранчевую. Оттуда начнем. Я хуй за куда я метку поставил, блядь. Ты мне пиши. Ты на него упал. Да мне пизда, нахуй. Меня вот этот кувырок пидорский бесит, блядь. В конце, что ли? Да, я когда с кружу допрыгнул, не было никакого курка. А ты берешь вектор? Да-да-да. Нас так на ВДК не учили, блядь. Ага. Вообще нихуя не учили. Ну, в смысле, из прыжка. Ебать, ты чё, блядь, за отдача, нахуй? Я хуею. Ты убил? Нет, кого, блядь? Ты видишь? Блядь, я ебаный сюда. Они где-то здесь, на противоположной стороне должны быть. Сзади тебя этот. Ты понял. Кто? Миник? Миник, да. Ага, хуй тебе, меня уронили. Отползай. Я тебя понял. Он не будет пушить. Я знаю. Он пидорас. Он тебя обходит. Справа. Выходит. Еще слева будет, Слава. Блять, я сказал сковородку его уебать. Ебать, ты жесткий. Да ебать. Я не могу просто привыкнуть к механике, я говорю, очень давно не... Да, PUBG, она такая какая-то медленная, понял? Как-то все, сука, вяло тут. 47. Ты и то 89 нанес. Я попал, да, по кому-то? Так, подожди, изменить профиль. Что тут можно поставить? О, это какая-то украинская символика. Вот такую хуйню поставить. Эмблема. А где ты такую символику видел? А? Где ты такую символику видел? А вот, в профиль когда настраиваешь свой. Так, это статистика, да? Не, ну да-да-да, статистика. Нет, изменить профиль. Там можно поменять. Ну ты понял, короче, да? Нет, погнали. Сейчас, подожди. Так. Чё, мне кинтофарик лишь задет? В PUBG? Да. О, мы втроем будем играть? Да. Давай.
Бля, только после этой катки покурить надо. Я вообще жрать хочу, пиздец. А, я знаю сейчас что. Это десантура бегает. Ты что, десантура бегает? Ох ты, пидорас, сука. Ох ты, сучара, блядь, он мой, сука, был. А у тебя что за наушники? HyperX. Вайстингер. А у тебя? Характерный. Нет, такой не знаю. Razer. Хуета. За 4000 нахуй. Ну мои также что-то 5 или 6 стоят. Ну, то что вот эти беспроводные, не 8, что-то уровень 8 стоит. Беспроводные? А что там, модуль в этот, в USB-порт тыкается? Да. Охуенно тема вообще. Починки? Или, или школа? Да похуй, давай починки вообще. Ау! Кого? Блин, а чё ты не был, когда мама была? Где ж ты? Ладно. Ладно. Что, ты последнюю? Нет, не последнюю. Да просто мыться пошла. Послушай, ну, ребёнка. Че, летели? А куда там именно, я хуй знает. Че, куда? Куда именно летим? Да вообще похуй, блядь, вот я никогда в жизни по снегу не прыгал вообще, блядь. А куда здесь прыгаешь? Это одна из первых карт, блядь, вообще-то PUBG, да? Ну, рожок, шелтер, руины, там, что-нибудь типа того. А школу не прыгаешь, что ли? Не, нахуй. А чё, ты очкуешь? Нет, а смысл? Почему? Умирать, да. Ну, смысл сразу умирать. Да ну нахуй. Там можно выживать, ты чё? О, нихуя, без кувырка как-то приземлился. Это бывает такое вообще? Не знаю. У тебя бывало такое, не, скажи? Не помню. Бывает, приземлишься и урона получишь. А на какие банды ещё начнёт быстро бежать вперёд, нахуй. Блять, в КС позовут играть, блять. Говорит, можешь в КС. Я хуй знает. Чё, пойдем? А у него чё, Prime есть? Да. У него, видать, обновление там ебануто. Блять, а куда коллиматор мой делся? А, нихуя себе. Он на пистолет стал. Да, Ильяс, да, блядь. Нет, Ильяс, мы с Валерой не играем. Ильяс, давай играть. Нет. Сейчас я перейду. Слава, вон, стрим запустил по своей шляпе. Ильяс, я тебя добавил в группу. Блять, я забыл карту, сука. Ты видел, куда они упали примерно? О, все, не надо ничего, я понял. Нихуя. Чё за, блять, тигры там стреляются? Ты чё, пятерки, чё тебе собирать, говори. Слава, ты микрофон свой выключил, блядь. Слава.
В смысле в ДС зайди, ты чё гонишь? Я в Дискорде вообще-то. В стакане простояло очень долго, она прям желтая-желтая стала, они через шприц, они через шприц бутылку вкачали. Желтый-желтый. Так в чем мы играем? Сейчас мы вообще-то играем, пока обновляется. Давай это. В смысле обновляется? Здорово, пацаны. Здорово. Это, короче, Тимур, блядь, это Илья с Бабаев. Очень приятно. Очень приятно. Да, башкирята тоже. Ну, один молдаван. И вообще хохол получается, да. Масаль, да? Маскаль, Паскаль, как там, я хуй знаю. Валера, что там по Приднестровью? Вижу что типа, братан, вижу типа. Наши же, нахуй. Башкирская же. Не, а наши что? Башкирская же? Молдаване или русская? Башкирская же. Я Приднестровью. Ну вот, ты так это... Бля, ебать ему надо. Хорош, но... хорош. Бля, ебать ему обсосал. А у меня еще... Я по нему надамажил. Без прицела, ебать, пиздец. Сэн, ты мне скажи, мы все дальше играть будем? Бомжи или да чё, ну, чё хотите, а чё по кайфу, пацаны, вам вообще? У тебя PUBG, если обновляю, давай PUBG, если интересно. Ну давай, есть. Разок сыграем, если меня там, короче, это жмыхнут, то психанём и пойдём. Если чучуйка, есть чуйка такая? А, ты в курсе, да, кстати, Тимур, что здесь минометы добавили? Да, тут что только не добавили, вообще в ахуе просто. Ебать там заруба лютая. Я пойду подсосусь. Пошли туда. Я вот здесь. Вот здесь где-то перед нами дома есть. Я понял. Потому что я видел, вот он пробегал. Вот один минус. Ой, блядь, пиздец. Нахуй, я ушел. Я того нахуй. Помоги. Пизда, но я не успеваю. Он добил. Ебал, ты каким метр. Сейчас я ребенка посмотрю. О, я. Бать, что я тебе говорю, нахуй. А он же слышит, да, сейчас меня? Или не слышит? Ну, я не слышу. Если он услышит. Наушники. Да. Бля, ты пиздец. Я долгий, я знаю, братан, не ругайся нахуй. Я долгий, я знаю, братан. Че, я доигрываю или че, выходить? Ну как душа чувствует вообще? А? Душа как чувствует? Душа хуй знает. Ты че? Мы кого-то ждем или че? Ты скажи дальнейшее действие. Ну, Илья, ты уже в меню? Я да, захожу. Картинка. Ну, сейчас я сольюсь быстренько. Дышмот передбросил, один патрон. Ебать, да, ребят, я даже починки, мы сейчас приземлились починки, вообще народу нету, ебать. Блять, я патрон не взял, нахуй. Раньше починки приземлились, а ебаные крысы в каждом доме, сука, сидят, ебать, уебки, нахуй. Вот зато, ребят, просто в каждом доме, блядь. Я думал, башка торчит, что? Ебать, я Валерий Твич показал, все пиздец, Валерий на Твиче сидит, блядь. В выборе его смотрел, там, блядь, Luxury Girl, блядь. Luxury Girl я смотрел на этом, на Ютубе. А, ты на резко просто? Да. Да не было нихуя, я Luxury Girl зашел. И тебе скинул, а гигал для заноса. Ага, все. Да, как она же говорит, Luxury Girl или как? Luxury Girl. Да я в курсе, но она потом говорит. А чё она стримит? Да, Казик она стримит, потому что она обомжила его. Кого стримит? Казик. Казик? Она всегда Казик стримила. А чё за Казик? Казино. Казино. А, автоматы эти что? Фортуна. Барабаны, блядь, автоматы. Ну, автоматы и барабаны, хуй знает. Какая разница? Ну, им же на продахабе это... Ебать он бьёт. На Порнхабе выплаты запретили же. На Порнхабе уволили. Да и все. Ебаться они запретили. Все, блядь, на Твиче перепрыгнули. А при чем тут Порнхаб? Ну, они же, она же порнокрыса. На Порнхабе. А, на туре, и она стримит сейчас, да? Да, но она не порнуху стримит, а Казик чисто стримит. Нет, я понял, что она, блядь, стримить порнуху-то не будет, ебаный урод.
Или сейчас порнуху тоже стримят? Ну, имею в виду на таких платформах. Не-не-не. А то вообще пиздец будет. Прикинь на ютубе. Прикинь на ютубе. Нет, подожди. Прикинь на ютубе порнуху стримили бы нахуй. Так, блядь, ты да не видел? Вашелинка, знаешь? Да-да. Тут, блядь, вообще типок, конечно, пиздец. Он же тогда это, он же себе хуй увеличивал. А на ютубе есть такая хуйня, то что медицинскую хуйню можно, короче, стримить, ебать, и на ютубе показывать. Я его, короче, снимал, как он хуй увеличивал. Нихуя. И все, пиздец. А я еще этот стрим смотрел, там где-то час ушел, ебать. Бля, ебать, он на стримах. Чё только не начинал, да? Там творить, пиздец же. А я даже их не смотрел раньше. Это чё? Я только видео смотрел. Он начал, он так-то нормально же в доту играет? Или да, играл, нормально. Я хуй знает. Он просто начал синим исполнять, да, на стримах? Да, они все. Просто подписчики выгнали их нахуй с доты, блядь. Папича нахуй выгнали с доты, блядь. У того сколько, у Папича 9к или 8к МР. Заебали стрим-снайперы, повыгоняли нахуй. Подписчики делали свое дело. Собака, амперсант, собака, амперсант. Чё, Ильяс, давай, Коль. Да у меня опять все на сройке, походу, посябну сбились, на максималку стоят, шабдулы. Ну, тогда мы уже просто в КС выпили. Да. Ну, давай. Блин, ну опять что, всё, без прайма, что ли? Я тут не поиграю, что ли? Не знаю, куда прыгаем. Ну давай на пикадушек. Да. Ебать, мы с тобой метки даже одновременно поставили. Ебать, вы команда. Тимур? Да. Чё, я за тобой или чё? Я на тебе поставил парашют свой нахуй. Понятно, да. Ебаня это. Как они называются? Кто? Нахлебник? Паразит, ёбаный. Слышь, а ты этого не Халиса, помнишь, долбоёб был, блядь, у нас в учебке? Кого-кого? Который якобы боксер был с баймаками. Который чуть не повесился? А, Тимур, ты что ли, ёпты? Да. Я, блядь, вспоминаю, чё за служак, думаю, чё за... Другой, нахуй? Помнишь, был такой-то... Тоже там Халиса, вот они все мотор ходили. А, да, я с ними бухал же. А. Он в баймаке, я с ними виделся, и с Гельманом, бля. Ну, с Моторием не виделся, нахуй. А, Гельман. А с Мотором ты его увидел. Да, мы... Гельман... Пизда, меня разъебали. Ты меня отвлек, короче. И чё, кого... Подожди, сейчас. Ты сейчас про кого имеешь в виду, я не понял. Который баба, с которым ты... А, ты же с этим, с Халисом пиздился, да? Халиса я воткнул в подвале, я с ним потом не пиздился. Да, да, да. А вот с Гельманом мы в палатке пиздились. Да, 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 да. Бля, ебать, это хизарубы были, я нахуй их видел, бля. Просто выживание какое-то ебаное, просто, ебать. Это, бля, русская армия же, брата, хуй ты. Да вот хуй знает. Там по-человечески нельзя служить, нахуй. Ну, просто это учебка чмошная, говорили. Просто эти бабы в жопу залезали, сука, блядь, 40 нам, нахуй. Ты смотришь этот хардкор, там, как его, ну, кулачку вот эту? Не-не-не. Ну как бы не наблюдаешь, да? Там Гельман сейчас одного типа секундирует, короче, понял, на этом. А что, даже видео есть, что ли? Есть видео, где он прям говорит, типа, что делать, братан, типа, туда бей, короче, понял. Этот... Секундант, что ли? Секундантом он, короче, не на... А, топ-дог, знаешь, этот, арену? Mm-hmm. Вот он, короче, там секундирует сейчас. На соломе хуярится. Да-да-да, да-да-да. Я скину, если тебе интересно, там даже, по-моему, минута есть. Он, короче, сам хотел в хардкор, короче, пойти. Он подавал заявку, Гельман, я слышал. На хардкор там его хуй, значит, побрили или скажи, чё. Скажи ему то, что Слава хочет с ним в топ-доке выйти. А чё ты, не любишь его, что ли, Слава? Скажи так, говори. Да пошёл нахуй, я таких пидорасов нахуй видел, блядь. Не люди, нахуй, чисто не люди, блядь. Я тебе сразу сказал то, что они такие, нахуй. Ебать, мне вот этот тип угорал, ебать. Как его, сука, который с ними кем тоже ушлепок суфы. Высокий? Да, этот хуй. Никитос? Я хуй не понял. Это вообще говно ебана, нахуй. Вообще, чисто ебать, тоже залезался, нахуй. Вот он вообще, вот он вообще конченый, нахуй. Погнали, я выхожу, я не могу что-то здесь. У меня все на низком стоит, налагает. Чё с этой игрой сделали? Всякую херню подобавляли? Не нужно.
Да корейцы вот эти свои коты, блядь. Чё, на рабочий стол я выхожу? Бля, мне в этой комнате компьютер, блядь, охуевает, жарко, пиздец. Валер, чё, всё, ушёл? Здесь. Я у Алены уже был. Чё был? К Алёнке уже ездил.